Карл Мёрк. Ты на своем веку видел уже столько грязи и лжи, что тебе не позавидуешь. Вот, у нас новое дело. Вильям Старк, педофил, исчез несколько лет назад. Как у задержанного парня оказалась страничка из его паспорта. Этот человек 4 года числится пропавшим. Я пытаюсь тебе помочь, паршивец. На меня смотри. Карл, полегче. Да прекрасно, он все понимает. Помимо основной работы, Старк подрабатывал в бассейне тренером. Однажды в полицию обратился мужчина и заявил, что Старк изнасиловал его дочь. Старк! Если мальчишка расколется, я убью вас обоих. Это началось, когда он однажды попросил меня задержаться после тренировки. Он хотел, чтобы я разделась. Он что, вернулся? Вскоре после заявления об изнасиловании, ее отец получил крупную денежную сумму. Откройте, полиция! Фасад! Старк узнал о хищении средств, выделенных фонду помощи развивающимся странам. Я встречался со Старком после, он пропал. Надеюсь, вы его найдете. Держите его! Коррупция в министерстве. Полиции. Старк напал на след. Он у нас на крючке. А где доказательства? Азад! Эй! Стой там! Я не думал, что может дойти до такого, я не хотел. Дай руку, и мы обо всем поговорим. Мы докопаемся до правды. И когда это произойдет, вам уже не отвертеться, так и знайте. Вы сошли с ума? Я слышал это уже много раз. Как тебя зовут, парень? Марко. Мистериум эффект Марко. В кино с 17 июня.